Сотрудники полиции задержали двух жителей набережных Челнов по подозрению в реализации молочной продукции с признаками фальсификации. В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан поступило заявление от предпринимателя, который через интернет купил молочную продукцию с признаками фальсификации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что неизвестные разместили в сети интернет объявление о продаже молочной продукции под видом одного из известных производителей. Как выяснили оперативники, злоумышленники организовали цех по производству сливочного масла под брендом одной из известных компаний. В дальнейшем данную продукцию продавали в розничные сети республики, а также направляли в Москву. В ходе проверочной закупки полицейские приобрели 150 картонных коробок сливочного масла, это 3 тонны, за 570 тысяч рублей. В момент сделки задержали одного из подозреваемых, а также водителя автомобиля, на котором был доставлен товар. Еще один злоумышленник был задержан в цеху, где производили фальсификат.